Жизнь полна тайн и загадок, но самой большой тайной из всех остается сама жизнь. А посему ученые по всему миру бьются над решением старой как мир загадки. Как простые химические элементы смогли трансформироваться в молекулы, в те молекулы, из которых, собственно, состоим все мы. Ученые утверждают, что на Земле жизнь не может существовать без жидкой воды. И даже если крошечная колония микроорганизмов живет в центре ледника, то им для запуска жизненного процесса все равно нужна жидкая вода. Но как найти крошечные бактерии под поверхностью на планете, находящейся в 75 миллионах километров от нас? Исследователи ищут жизнь на Марсе, соединяя наблюдения с дедукцией, надеясь, что свидетельства ведут их в правильном направлении. И если факты не подтвердятся, придется все начинать сначала. Искать жизнь на другой планете трудно, поэтому ученые решили найти сначала пригодные для жизни места. Другими словами, те места, где жизнь может или могла существовать ранее. Но следует понимать тот факт, что история Марса за 4,5 миллиарда лет была непростой, а порой сложной и печальной. В раннем возрасте Марс напоминал Землю. Его атмосфера удерживала тепло, а магнитное поле защищало от космической радиации и ультрафиолетового излучения. Когда-то по поверхности Марса текли реки. Были моря и океаны, которые могли поддерживать жизнь в той форме, в которой мы ее знаем. Также для существования жизни нужна солнечная энергия, питательные вещества, убежище. И все это когда-то могло быть на Марсе. И если когда-либо и было время для того, чтобы там зародилась жизнь, то это была эпоха раннего Марса. Сегодня же Марс совсем иной. Это безжизненная красная пустынная планета, где в летний день на экваторе температура может достигать 21 градуса тепла, а ночью опуститься до 73 градусов ниже нуля. У Марса больше нет атмосферы, которая бы сохраняла тепло и умеренность климата. И Марс давно потерял свое магнитное поле. А это говорит о том, что на поверхности планеты присутствует убийственная радиация. В последнее время на поверхности Марса были обнаружены органические молекулы. Но ученые не спешат делать выводы относительно структуры этих органических веществ, потому как их химическая структура довольно случайна. Ученые говорят, что эти молекулы являются кирпичиками жизни, но им не хватает структурности, которая позволила бы им стать частью живого организма. Некоторые исследователи говорят о том, что эти молекулы идут по пути распада, и они никогда не смогли бы развиться в жизнь. Главной же причиной, почему эти органические молекулы не смогли бы стать жизнью, заключается в том, что их на планете просто недостаточно. Жизнь похожа на вирус, и если она где-то зародилась, то от нее будет не так-то просто избавиться. Некоторые ученые говорят о том, что если бы на Марсе когда-либо зародилась жизнь, то она бы просто так не прекратилась и до сих пор была бы там, в виде микробов-экстремофилов. Но на Красной планете найти таковых пока не удалось. Что же? Нам остается только ждать новых открытий, а посему берегите себя и своих близких, и не забудьте подписаться на наш канал. У нас будет еще интересней.